Итак, сегодня утром мы отправляемся посмотреть, почему обычное украинское село Ковалевка внесено во все туристические маршруты по Украине. Почему его называют село Парадокс и почему свадьбы едут туда для свадебных фотосессий, а школы на экскурсии. Итак, корова, местная достопримечательность. Наконец приехали. Ковалевка. А вот и центр села и его главное украшение. Церковь Ковалевка – самое красивое село, которое я видела. А все это благодаря местному предпринимателю, который инвестировал в село свои собственные деньги. Тишина и спокойствие. Озеро гладкое и чистое, как небо. А по озеру плавают черные лебеди. Есть такое выражение в русском языке – сушить весла. А лебеди в Ковалевке сушат лапы. А это мостик. Весь мостик усеян замками. Это замки любви. Пары приезжают сюда для того, чтобы скрепить свой союз. Оля плюс Алёша. Захар плюс Яна. Алёша плюс Оля. Как вы думаете, это поможет сохранить брачные узы? А еще дерево. Дерево с замочками. Оригинально. Это настоящая деревенская романтика. Колокольный звон и лягушки. Не знаю точно, как называется это дерево, но я думаю, что это крымская сосна. И здесь целая аллейка. Очень красиво. И запах. Опа! Национальный элемент. Флаг. А вот так выглядит обеденная зона. Очень по-украински. Браво! Это то, что я называю «Надо уметь жить весело». Здесь даже бордюры покрашены разноцветными красками. Здесь все свадьбы приезжают фотографироваться. Очень красивая аллейка из сердечек. Любовь-морковь. Шикарный вид и, внимание, часы. Который час? А теперь мы заходим на территорию церкви. Причем церковь это Московского патриархата. И мы сейчас посмотрим, как она выглядит. Мы как раз попали в Пасху, и поэтому здесь слышны колокольные звоны. Бордюры покрашены, кустики подстрижены. Красота! Ух ты, памятник! Идем-ка на него посмотрим. А здесь парапет украшен разными стихами. Можно даже почитать. Я нарву цветов в букет, среди них ромашки нет. Я сорву ее одну и груди своей прижму. А вот что мы нашли недалеко от церкви. Это использованные фейерверки. Интересно, сколько их было пущено сегодня ночью в честь Пасхи. Никто, никто терлибобом не может догадаться, куда идет премудрый гном, а гном идет купаться. Терлим-бо-бо-бом, терлим-бом-бом, а гном идет купаться. Терлим-бом-бом, терлим-бом-бом, а гном идет купаться. Итак, внимание, помним, на мосту, это исключение, prepositional case, на мосту, на полу, в саду, на носу. Знакомьтесь с советскими машинами. Это Волга.
а это синяя нива. Вот какое применение нашли им в этом селе. Виды красивые, но кушать хочется всегда. Поэтому мы немного перекусим и отправимся дальше. Вот такие ямки. Ну вот, ковалевка закончилась. Но мы продолжаем двигаться. И мы едем дальше. Куда? Едем с нами. Трасса Е-95.